И за воротами крови, за залом огня, отвага ждет прихода героя света. Ответов. Если найдешь кровавые камни, используй их с умом. Твой путь полон опасностей, но уверенность в своих силах вселяет надежду на успех. Отвага? Никто не знает, где Аркейн их спрятал, и никому еще не удавалось их найти. Я очень сомневаюсь, что это тебе удастся. Нужна твоя помощь. Проклятие короля снято. Приветствую тебя! Добро пожаловать в таверну Восход! Каждому ребенку известна легенда о доблестном Аркейне и его волшебных доспехах отвага. Если ты найдешь эти доспехи, они будут тебе хорошей защитой от зла, царящего в лабиринте. Эй! Я могу тебе помочь! Доспехи, что называются отвагом, были бы тебе хорошей защитой. Многие пытались найти их, в том числе и я. Аркейн хорошо спрятал их, друг мой. Одного везения недостаточно, чтобы разгадать секреты, которые скрывают эти доспехи уже так много лет. Тебя болит? Я, кажется, помнил об этом, но я был так занят изучением новых лекарств и созданием более сильных эликсиров, что, наверное, забыл об этом. Извини. Даже выпить не дай, спокойно. Здравствуй, друг мой, послушай мои рассказы. Ворота крови и зал огня — это места, покрытые тайной. Без сомнения, в той книге говорится о месте, обладающем великой силой. В легендах говорится о пьедестале, высеченном из обсидиана. На верхушке пьедестала есть чаша, сделанная из резной кости. А чаша наполнена кипящей кровью. В легендах также упоминаются кровавые камни, открывающие дверь, за которой лежит древнее сокровище.
Можно только догадываться, что это за сокровище, но известно, что герой древности Аркейн спрятал священные доспехи отвага в тайнике. Аркейн был первым из смертных, которому удалось повернуть ход войны грехов и прогнать легионы Исчадий Тьмы обратно в ад. Как раз перед своей смертью Аркейн спрятал свои доспехи в тайник. И сказано, что когда отвага снова понадобится для борьбы с темными силами, придет герой и облачится в священные доспехи. Может быть, ты и есть тот герой? Да хранит меня дух Аркейна. Здравствуй, друг мой! Послушай мои рассказы!